When asked how it all started, I always tell that it all began that day when we went to Botanical Gardens. We, meaning yours truly, and two of my friends. Whose idea was it to visit the abandoned station? Who persuaded the others to go? I always tell them that I don't remember. I always lie. It is a safe lie. Or there is no way to ascertain the truth. Both Vitali and Eugene are dead now. The massive airlock doors shrugged and opened with a grinding sound, opening a road to hell for us and a road into the metro for the demons. But in fact, it all started that day when Mother said we should take a walk in the Botanical Gardens and go there by metro. I remember how we took a short escalator to the surface, how we exited a spacious glass pavilion and saw a street buried in rain. I remember the small clouds moving across the limitless sky, and soft, cool wind on my face. Mother bought me an ice cream. That was the last time I tasted it. That day, humanity was executed. The righteous and the sinful were called to be rendered according to their deeds. And we hid from God's sight in the metro. And we were saved from his wrath. And he apparently decided that flushing us out wasn't worth the trouble. Then he went about his business, or perhaps died, while we stayed on this used up and discarded earth and continued just going with it, going nowhere. I remember so many random, unnecessary things, yet I don't remember the most important one. My mother's face. She died very soon after the war started. All that remains of her is that day in the gardens. How I wished I could recall her face. The way she looked at me, the way she whispered that I have nothing to fear. I'd sell my soul just to recall that. I'd do that any day, any time. And I did. Черные появились позже, со стороны ботанического сада. Черные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил, ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... Что такое? Черт! 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 Да что же это творится? Артем! Артем, просыпайся! Артем, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артем, я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артем, нам просто необходимо поговорить с Черным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артем. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Знаешь, мы тут уже давно, а я все привыкну. Здорово, Артем! А это парень, кстати, не знаю, как ты говоришь. Давай, давай! Слышал, что с группой Романова случилось? С Романовым? А с ним-то что могло стрясти? Привет, Артем! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности ни шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит? Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо, но пользы от него тогда ноль. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большая сошла за бес. А что? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываю. Ладно, пошли. Все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! А черт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там, вроде химическое оружие, хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Есть. Открываю. Да. Только что ребята готовятся. Говорят, газ заставляет своих патронов по всей реке. Особенно те, что в красном. Фашистов побеждали. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. А что не поделили-то? Да кто их знает? Что они вообще на поверхности делают? Отродясь же не совались. Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Да, сюда. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник. Черный один. Он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артём, это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, Кроль? Давай за мной. Артём. И не забудьте контрольных! Ваша задача — перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Если ему удастся... Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я об одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками? Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Кролик, это место себя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Прибыли. Это станция секретаря Кролла. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за это. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так. Осторожно, двери закрываются. Удачи, ребята. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай. Молодец. Тут все чисто. Выдвигаемся. Давай направо. Слева тупик. Что-то их спугнуло. Будь начеку. Думаю, тут ничего серьезного не будет. Так, лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать больше территории. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Ты же вроде неуязвим для их. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по нему поработаю. Это черный. Это стражи. Так, доводливо. Там есть обход. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Ну что же ты? Давай! Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи с... Постой! Он должен быть тут. Следи за тобой. Прыгай за ним, Арт! Вижу! Сейчас я ему гаду. Налево! Направо! Он прямо на тобой! Осторожней! Готов! Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. Господин штурбанфюрер, свежие поступления. 2 красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в Рейх. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. 2 руки, 2 ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчать! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю, ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Читаю до 3. 1. Слава красной линии! 2. Да здравствует товарищ Москвин! 3. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красные и Мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной Линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что остается? Так, понятно. Дистанционный замок. В одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри! А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять неэкономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме мизинца. Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Фюрер прав. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. Эй! Что это? Смотри. Столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец, сучок. За что? За что? За то, уродина, что ты наши гены поганишь. На! Ай! Нет! Не надо! Не надо! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри, тварь! Голову от жопы не отличай. Попортить! Я не... Дайте сказать, дайте сказать! Что ты мне скажешь, головожопый? Раб тебя запустил! Этот электрик там на пульте доиграется, что всякого нам всех выпускает. Всех он вырубил! Пожрать! Дайте хоть чего! Пожрать! Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обер-шарфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму! Есть герубер шарфюрер. Теперь самое веселье будет. На вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Но ничего, прорвемся. Глаза разуют! Короче, вот он здесь! Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы «Красный». Ну что, пока все тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Со мной не останавливайся! Охрана, дорогу! Удача улыбнулась нам! Наша разведка обнаружила настоящее Эльдорадо! Легендарный подземный комплекс D6! Грандиозные склады, которые ловятся от еды, лекарств и оружия! Там хватит консервов, чтобы Рейх был сыт 100 лет! Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов! И генетически неполноценных. Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Вон они! Стоять! здесь! На, сука, получи! На землю, сука! Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Держись, Артём! Ищи щиток! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота поднимаю! Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь... Так, кажись, оторвались. Теперь на Театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцом. Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали! Делать нечего, дальше на своих боях. Айда за мной! Давно как же он не видел? Давай тут поосторожнее. Эй, все. О, труба! Ну-ка, посади! Опа! Ох! Так, ты подожди, а я гляну, что... Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый. Какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут... Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня! Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры! Один за всех и все за одного! Я тебе по гроб жизни! Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета! Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход! Крыса краснопузая! При том, чего, что, мать, у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит, что? Что? Что либо ты тоже сыротка, либо мать твоя шлюха. Ах ты! Ах ты! Ну давай, скажи! Моя мать шлюха! Говори, дрищ! Иначе ты у нас получаешься уродом! Раз твоя мать уродов рожает! Нет! Нет! Моя мать! Шлю! Ха! Ну как, Адольфы? Красная ты! Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к Полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть! Скорее, Артём, революция не ждет! Артём, давай со мной! А паутины-то шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка их свое побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожней. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке! Чисто! Прошу, покатаемся! Ну, поехали! Какого... Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки! Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Уцепился! Жри, тварь! Видел пузо? Вот в него и бей! Верхний панцирь не пробьешь! Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех! Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь Театральная недалеко! Высоковато! Эх! Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Открылся, стреляй! Как увидел брюхо, сразу стреляй! Давай, я подсажу! Они внутри! Артём, руку! Эх! Пошли! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Но здесь они нашли дрону. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганим! Раз, два, три, елочка, гори! Ладно, двинули! Молодчага! Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь – по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры-братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стрелянный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место! На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался, вот театральный там. На поверхности-то все тает. Прям видно. Артем, стой! Пригнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Только тихо! Если заметят нас, разорвут, как пить дать! Фух, пронесло! Так, Артем, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошли! Так, Артем, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Что такое? Да, еще что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Падаем! Скорость какая? Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Черт! Да что же это творится? Руки себя возьми! Давай, давай, запускайся! Правда, нельзя бросить! Давай, взлетный! Падаем! Нет, не хочу, нет! Опять без паники! Сядем! Точно сядем! Мама! Мама! Что? Где? Душно мне! Душно! Дым! Гагарь! Ты ж... Мама! Мама! Что? Где? Ну, срежь его! На театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Давай сюда! Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Ты смотри, сколько их! Надо предупредить станцию! Скорее! Давай по эскалатору! Скорее! Они не отстают! Скорее! Открывайте! Скорее! Еще один! Yeah! Ничего так прогулочка получилась, а? Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже спаянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, Театральная. Здорово, мужики. Вы того. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли! В доме гнездо, у самолета. Что-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Как же так? Да. Столько лет жили, а теперь мы уроды. Как же так? Да, гнездо. Большой идти надо, чистить. Так что, отменяется вылазка? Позже пойдем. Надо людей набрать. Значит, будем мужиков ждать? Да. Скоро подойдут и погоним тварей. Не знает человека, а лишние рты на улицу. Ну или на виселицу. Прибыли, значит. Ну что, это все или еще будут? Все. Как и договаривались, два состава. А как там наши из первого? Решили уже вопрос? Куда там? Ждем ответа. Начальника уже плеч проели. А что поделаешь? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до Полиса 2 шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция. Подайте последнему. Мерзко на них. Мерзко. Семеновна, только сегодня. Ну что, Никитич, когда пойдет с тобой наверх мутанта? Бери, не пожалеешь. Вставляйте, конечно. Ничего подобного, мужчина подтвердит, я тут давно стою. Сколько можно? Мне уже который раз билетов не хватает. Хватит там собачиться, сидячий там, уже все годы продай. Так ты не стой, я побежал. Небось, вон бегут, дышать легче. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Куда? А билеты? Вы слышите? Да, конечно, проходите. Артисты горят энтузиазмом и прямо рвутся на сцену. Ладно, Станиславский, ты если хочешь посмотри тут, я тебя угребу. Маэстро Кан-Кан! Артем, приобщился к искусству? Ладно, пошли. Такого сцена Большого театра еще не видела. Несравненно. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заехала. На днях ждите. Ранка, дай пудру. Нашей потрясающей программы. Это разве пудра? А чего тебе твой? Бросим вызов природе. А он не того. Эконом. Богом обломила за бороду. И в очередной раз доказал, что человек свинец творения. Поприветствую нашего великого десятирочника Леонида Бурова. Его очень... Вот что я тебе скажу, Артем. Вроде идти уже надо, но... Давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Прошу, 2 фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артем, вздрогнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, плохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артем. Так вот, ну да, у нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу в лодке, и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помогу. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетер, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста, пошел. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали смерти храбрых. Был в плену, Вячеслав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли D6, и потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты черные представляет огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лене давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить! Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про D6. На! Молчишь? Молчать, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сученыш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят! Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал, не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы... вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, числа. Говорить будем. Про переговоры в Полюсе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава. А информацию? У меня есть способ. Лобовой удар не имеет шанса. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы. Зайти... Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из D6? Что должно уничтожить врагов революции? Что-то это я. Эй, кто там? Кто здесь? Второй пост, ответьте, второй пост. Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал уже, без разговора. Жесть? Товарищ командир, мы же не фашисты какие. Правильно, надо будет сами придут. Или систему пустили. Что понял? Эй! Эй, осторожно там внизу! Головы берегите! Что? Тревога, враг! А? Эй! Кто здесь? Эй, кто там? Что за шум вроде? Ах ты! Я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. Что? Лежат. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Мне удалось отправить весточку в Орден через своего старого знакомого Андрея Кузнеца. По крайней мере, Мельник узнает, что я жив, что я не справился с его заданием, но и не отказался выполнять его. Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в Орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в Полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку Ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашим весточку, там тебя уже встретят. Да, брат. А у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят. Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что берутся с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям да штрафбатам. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы тут ее все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция, с опережением в несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, нет. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я в коридоре. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока. О, пацаны едут! Что так долго, пацаны? Еще, бля, пару лет и научишься. Суки, братву валят! Двух ощел натурят! Нас трех! Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми шибко. Они этого не любят. А это и их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Они ж докинутся. Артём! Отсюда! Главное, не дай им залезть! Могут перевернуть! Твою кочерышку! Что, нравится? На тебе! Получай! Хитрянь какая! Часто такое случается. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей... Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты че? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок! Семенович еще всех вас переживет! Здорово, Дефи! Как улов? А нет улова. Сами или ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боссман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вшипели роско эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плотью не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... Поэтому с самого туннеля красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон. Мне разборки не нужны. Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём. Валил бы, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Вернулся вчера с Октябрьской Спартана. Так, что тут у нас? Музыки? Так, встали и вышли. Не, ну ты чё? С бугра местного спроси. Брысь! Алло! У нас тут ни коммунизм, ни раз. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. И дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Чё, дальше, дело не ждёт. Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Ну ты прямо атас. Ну прямо бешеный. Ну, сказал бы по-человечески, что не в моготу. И это все? Нет, ну реально решает. Ищи за конкретные волыны, свежая поставка. Уникальный шанс доказать свою меткость и скорость, заработав при этом. Бывай, пацаны! Если что, я завсегда тут. Да чё ты паришься? Успели обратно бежать. Мы по штрику, никто и не прочухает. Бугор на месте? Ага. Вон туда давайте, по переходу. А, чешут как на параде. Чё? Чё вообще? Ну чё тут как-то? Тихо все. Вы тут смотрите, а они тогда чё? Ну а чё? Так не поползли. Чё, бля? Чё за движуха была? Вроде... Пацаны! Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбут давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежат, сука! Артём? Ах ты, сука! Ушел, гад! Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получится. Только если рвать тебя отсюда на темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. надевай. Это тебе мой презент за бандитов. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в схроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Сюда! Тебя. Я Опа! Сейчас. Перебирайся! Эй, заходи! Да ты просто супермен! Заходи! Чего зря? Я тебя увидел еще вон оттуда! Чуть не пристрелила! Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь. За ботсад. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся, скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Картечные. Ну что там? Высший класс. Сообщили, что выдвинулись. Бери. Дороги. Если скоро должны быть. Надо, или что Отлично. Еще, подходи. Ты в катакомбах бывал. Даня, как там? А что там мы да проходили как-то. Как древние церковные катакомбы. Обстановка. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить. Стоп! Да это Лесницкий. Сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, живо, уходим. Все дороги ведут на Октябрьскую. Там находится Черный. Теперь там Аня. В руках моих врагов. В руках предателя Лесницкого. Делать. Запри отдельно и глаз с нее не спускай. Отвечаешь головой. Когда закончим, я ее заберу. Да что же вы творите? Простых людей убиваете. Коммунисты называются. Палачи! Мы выполняем приказ руководства Красной Линии. Огонь! Что у нас тут в карманце? Что? Отлично поработали. Теперь задача обработать второй сектор станции. Выполняйте. Тут такие силы. Сквозь. Что здесь? И будет завершена в течение часа. А что за девку повели? Да это Лесницкого, бабец. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Сейчас мы плеваем. Главное, чтобы наши... Что? С мертвыми лучше работать, чем с живыми. Черт! Тут живой один! Что? Да, прокололись мы тут. Ну кто ж знал, что у них там пулемет? Ну а что делать-то теперь? А что тут? Ждать? Тревога! Артем, не дергайся, а то глотку ей перережу. За Аней, значит, пришел. Герой. Зачем? Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Да кольцевой! Там Ганза! И наши! Черт! Сейчас только задохнуть! Не хватало! После такого! Они могут быть заражены! Черт, это же рейнджеры! Артем, я здесь! Они же без масок! Противогазы! Детали головоломки сходятся, выстраиваясь в картину. Кошмарную и невероятную. Я рассказываю об этом другим, но сам не могу в это поверить. Красная заразили Октябрьскую, мирную станцию, жители которой ни о чем не подозревали, неизвестным страшным вирусом. А потом... У меня такое предчувствие, что скоро все кончится. Эта война, нам ее не пережить. Никому. Это так жутко. Вдруг чувствуешь, что ты одна во всем мире. Вокруг нет ничего, пустота, холод, кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра. Вылетела и через секунду погасла. И ничего не останется. Хочется почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне. Ну что ж, никаких симптомов не проявилось. Поздравляю вас, молодые люди. Вы, Артем, можете идти, а вот с вашим, Аня, ранением мы еще не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Иди сюда, доченька. Кого повезли? Не видно тебе? Перчатки и маску я вам больше не напоминаю. Вы смогли выделить возбудитель? И да, и нет. Это какой-то штамм вируса лихорадки Эбола. Но культивировать его нет смысла. Он уже практически утратил вероятность. Без исходного образца. Доктор, вы же знаете, я не медик. Поясните. Прошу прощения, полковник. Факты таковы. Первые 2 дня смертность составила 95%. На третий 25%. Сегодня новых зараженных лишь 2, и у них болезнь протекает в легкой форме. Прогноз благоприятный. Как вы понимаете, в Москве этот вирус в естественных условиях не встречается, а в исконной среде обитания он способен убивать гораздо дольше. Так что это все значит? Это не простой вирус, а боевой, измененный таким образом, чтобы в короткое время после заражения местности вызывать максимальную смертность населения, а затем становиться безвредным. Проклятие! Откуда же он взялся? Еще до войны. Я слышал о разработке. Разойдитесь! Разойдитесь! Внимание, первый. Да, вы! Соблюдайте спокойствие. Нас тут всех умрет, решили. Разойдитесь или разойдитесь! Пустите меня! Проходите. Артем, я здесь! Рад, очень рад, Артем, что вы с Анной не заразились. Нам опять сказочно повезло. Впрочем, возможно, это судьба. Наверное, этот темный и впрямь последний. Мы обязаны спасти хоть его. Идем! Помните, мне обязательно нужно беженцев повезло. Не можем. Начальник запретил до выяснения. Вот наш человек. Вот этого пропустить. На него есть разрешение. Подходи, Рейджер. Есть отличные образцы. Так что пополни боеприпасы и запас фильтров. Кто знает, когда еще удастся. Подходи, подходи. Такого не бывает. партии нет. Обрати внимание, Артём. Какие средства забросила организацию карантина? А ведь деньги они считать не умеют. Наверное, хотят добыть лишние козы для переговоров. Да ни на что. Работал музыка. Рейнджеры Полиса самого... Удачи в тоннелях, Рейнджер! Такие. В другое время, в другом месте, случившееся могло бы изменить наши жизни. Но для нас существует лишь одно время, настоящее, и лишь одно место — метро. И наш долг — спасти его любой ценой. Нам надо спешить. У нас на выход! Открывай! В Полюсе начинается мирная конференция. Соберутся лидеры Ганзы, Красной линии, Рейха. Но я слишком хорошо знаю человека, Артём. Все бесполезно. Войны не избежать. Если не случится чудо. Проходите. Идем. Станцию. Вот пропуск. Порядок. В полис идете? Нет, открой межлинейный тоннель. Межлинейник? Но там же тупик. И опасно там. Тупик? Нет, это путь. Путь к судьбе, к будущему. Открывай. Аккуратнее там с генераторами. Идем, Артём. Дело наших рук. Безжизненная и бездушная конструкция. Но есть метро особое место. Там мало кто бывал и почти никто не вернулся. Его называют рекой судьбы. Потому что оно может переломить судьбу, смыть тину прошлого и открыть новое будущее. Если в реку судьбы вступит человек, всей душой желающий получить этот шанс, река вынесет его в место и время, где можно изменить все. Помни, главное найти черного. Это единственное, что надо просить у реки. Метро – живое существо, дышащее. Обладающие душой и мыслящие. Тут надо быть настороже. Занимательно. Знак. Решетка прогнила, да и приварена наспех. Артём, помоги! Артём, жги паутину. Смотри, вода. Мы почти пришли. Узнаешь? Это башня. А там внизу городище черных. Тот миг, когда ты послал на них ракеты. Смотри, это ты сам. Река может очистить тебя от груза ошибок. Переломи свою судьбу. Ты сможешь. Верши свою судьбу. Своими руками. Только бы его не потерять. Тупик. Это здесь ты его почти догнал? Попробуй еще раз, Артём. Черный! Он все еще в цирке уродов. На поезде. Прыгай в дрезину. И поможет нам лишь чудо, Артем. Помни, что я рассказал тебе про Черного. Наша судьба — спасти его. И может, он спасет всех нас. Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Это он! Мы не ошиблись! Скорее, догоняем! Красные! Держись, Артём! Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса. Черный вверх. Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Я помогу видеть. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал. Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Смотри, я как ты, с вещами. Ваши дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Крылатые, красные, сильные. Смотри, их много. Я уведу его. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Мы идем в Полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Там люди. Боятся, что на них нападут, но не злые. Кто такой? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Полісу. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Все помещения. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Может, много их? Да откуда? Задачу ставили на одного. Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Есть! Что там встал, как птица на блюде? А ну скрылся, бестоло! Есть! Что есть? Не что вас всех за ручку везде... Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Рейнджера с тварью! Рейнджера в расход тварь взять! Ты смотри, не забыл! А где же тогда твоя скрытость? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросит? Ну, никаких, никаких больше косяков. А то 3 нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть 3 наряда вне очереди. Непростой рейнджер. Слышал же, что наша группа полицейский захватил? Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Пара тяжело раненых осталась. Такое рассказывают. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Что? Тогда да. Надо поосторожнее. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя и все равно хотят убить. Ну где же он, книга? Не боится, придет. Да может и смыться уже. Ну да, только... Ты его знаешь, и он тебя. Здорово, лесничок! Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывает. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Да, он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Кто посеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывает нужный. Здесь тени. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Ты видел? Маленький человек здесь. Ищет другого человека. Не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маленькую. Странно. Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Здесь нужно вверх. По... лестнице? Теперь знаю. Да. Там крылатая. Будь осторожен. Это не тень. Ты сам. Давно. Очень давно. Отсюда я знаю только одну дорогу в Полис. Через Красную площадь. Соединюсь с нашими, расскажу им все, что знаю. А там уже и до цели рукой подать. Скоро все кончится. Здесь опасно, Артём. Не как раньше. Я чувствую. И буду с тобой. Скажу, что делать. Ты тоже их чувствуешь. Значит, тебе будет легко понять. Это центр. Все дороги ведут сюда. Вот почему они не смогли уйти. Они здесь. Очень давно. Тьма. Идет тьма. Нужно спешить. Здесь тихо. Лучше подождать. Сейчас снова будет буря. Да, буря. Пока опасно. Не ходи. Опять можно. Пойдем. Не успеем. Что лучше лезть, Артём? Лучше уйти. Если уйдем, не тронут. Хочет домой. Не красный. Ты тоже чувствуешь, Артём? Не бойся, я рядом. Нельзя стоять. Я помогу. Не тревожь их, Артём. Иди рядом. Они давно здесь. Их много, но все они в одиночестве. Только страх и боль. Не могут уйти и хотят, чтобы с ними кто-то остался. Здесь злые. Много. Очень красные. Ха-ха, еще один! Бросай оружие, руки за голову! С ума сойти! Нельзя стоять. Я помогу. Не могу больше. Устал. Уничтожить! Выполнять приказ! Я помогу видеть. Потери! у тебя был шанс. У нас на красной линии. Ну ладно, сбежал ты тогда. Так хоть сюда бы не лез. Ну... Вот, стрелять не разучился. Думаешь, Корбут забыл про тебя? Размечтался! И я не забыл! Скотина! Достал, гад! Не захотел по-хорошему! Не захотел с нами! Значит, сдохнешь тут! В общем, Артём, брать часть! Бойцы, заканчивайте с ним! В атаку! Явился, значит? Не трус, это точно! Давай, рейнджер, режь, убивай, как у... Или струсил? Что, Артём, затряслись поджилки? Ах ты как! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Но мозги вышибу! Он совсем не красный, не злой. Ему просто... Что, затряслись поджилки? Это тебе не мутантов жечь! Ах ты как! Силен оказался! Силен! Что, закончишь дело? Тогда поднимайся! Поднимайся сюда! Гоняться за тобой я уже не могу! Но мозги вышибу! Он совсем не красный, не злой. Ему просто... грустно? Не понимаю. Что, ножом? Молодец! Без страха и упрека. Это еще что? Тварь, ты на меня натравишь. Герой! Эксперимент на Октябрьской можно считать удачей. Вирус быстро убивает, а затем сразу теряет активность. Осталось лишь взять D6, чтобы добыть достаточное его количество, и сможем очистить все метро. Итак, товарищ Морозов, у нас всего один шанс сделать все красиво и четко. У Ордена хорошие бойцы, но их мало. Все входы им не перекрыть. Наша разведка нашла слабо охраняемый вход через Кремль. Мельник будет на переговорах в Полисе. Командовать он не сможет. Тут-то мы и нанесем удар. Неделя, и наступит новая эра. Артём! Ну что же ты, Артём? Решай. Уйти, помочь. Решай. Здесь нельзя долго. Выживет. Вот оно какое прощение. Спасибо. Я запомню. Теперь бы только успеть. В Полис. На мирные переговоры. Мира не будет. Будет война. Самая последняя. Теперь я знаю ответы на все вопросы. Тут что-то странное. Погоди. Анна! Она защищает детей. Осторожно! Бережет спину. Там она беззащитна. Артём, скорей сюда! Слава богу. А кто это с тобой? Неужели? А это кто? Кто сюда ребенка без противогаза? Что за... Да, это он! Это он! Дитя нового мира. Черный. Нет! Не стреляйте, полковник. Тогда держите его подальше. А то я за себя не ручаюсь. Этот зеленый, а этот желтый. Скажи ему, что я не опасен. Он приспосабливается к людям. Артём, можно с ним пообщаться? Забудьте о страхах, полковник. Просто возьмите это дитя за руку. Ну уж нет. К тому же сомневаюсь, что от него будет толк. Но вы действуйте. Только живее, пока я не передумал и не пристрелил его. О, я понимаю его, вижу его мысли и слышу твои, Артём. Ты можешь считать мысли простым прикосновением? С ним не так. Мы можем говорить на расстоянии. Он особенный. Его усыновили. Давно. Так вот почему ты особенный, Артём. Это они изменили тебя, чтобы понять нас. Что за этой дверью? Ты не слышишь? Тебя звали. Я слышу. Открой. Погоди-ка, где-то я... Это же одни из закрытых ворот D6. Кодовый замок. Что там внутри? Мои. Мои. Они там. Они спят. Да это же... Это же... Смотри! Они в спячке. Он не один. Я должен их разбудить. Им пора жить. Нам всем сейчас туда. Если сможем, откроем тебе дверь. Там смерть. Рядом. Вокруг. Но я должен. Иначе останусь один навсегда. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я сделаю. Что надо? Я должен их разбудить. Что-то придумаем. Пожалей, муки сонные. Полковник, откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад. У вас есть код? Все коды D6 у меня есть, но обещать ничего не могу. Придется? Тогда он выручит нас в полисе. Значит, берите его с собой и по дороге все расскажете. Если убедите меня, открою. За мной! Он не единственный. Не последний. Я понимаю его восторг и его желание как можно быстрее добраться до своих, освободить и пробудить их. Но он согласился подождать. Артём, про Октябрьскую мы узнали от Хана и заявили протест Москвину. Но тот ничего и не отрицал. Мол, к счастью, рядом с Октябрьской проходили учения к санитарной роты, и, пойдя на жертвы, вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыши. А иначе она охватила бы все метро. Что на это скажет? Да так бы я поступил. А ведь агент Красный похитил контейнер с вирусом СД6 перед эпидемией на Октябрьской. И что? Кроме Артема живых свидетелей нет. И кто поверит ордену? Ведь Д6 в наших руках. А если это мы выпустили вирус? Красные атаковали Ганзу. Мы можем заставить Москвина признать... Ничего мы не можем. Мы не армия. У нас на все метро 100 бойцов не наберется. Да, Москвин готовился к войне. Но после предложения Полиса о разделе имущества Д6, он может искренне хотеть мира. И мы обязаны добиться подписания договора. Москвин? Какая разница, чего он хочет? Он марионетка Корбута. Пока Москвин говорит, Д6 окружает спецназ Корбута. Этот договор вы скрепите своей кровью. А что, есть идеи получше? Притащили сюда эту обезьяну. Что теперь? Разговор окончен. Следуем в зал совета. За мной. Полковник, разрешите доложить? Отставить. Всем силам ордена в Д6 полная боевая готовность. Корнеев пусть приступает к... Ну, он в курсе. Только бы пронесло. Я официально отдаю приказ о прекращении операции «Эльдорадо». Слава Рейху! Слава! 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 И в заключение официальной части слово составляется лидеру красной линии, товарищу Москвину. Давай! Я не побоюсь этого слова. Готовься, Артём. Держись рядом с малышом. Да будет мир! Во имя наших! Хан, с ума сошел? Я знаю, что делаю. Просто поверь, хоть раз. Кто вы такой? Охрана! Выведите его отсюда! Рейнджеры, отставить! Артём, малыш, ваш выход. Молчишь? Что смотришь так на меня, глазами своими честными? Сам ты виноват. Кто хотел меня убрать? Корбут тебя сдал, а теперь меня за яйца держит. Из-за тебя! Прости. Прости меня, Андрюша. Нет мне прощения, а ты все равно. Прости. Что это? Что было? Я вслух? Так, значит. И мне что-то подсыпали. Как брату. Да. Отравил. Брата своего. Но Корбут. Я идиот. Думал, он спасти меня хотел. А он так власть взял. За горло меня взял. И сейчас D6 штурмует. А там вирус этот. Если он этот вирус захватит, конец. Но вы же руководитель. Прикажите, отзовите войска. Или хотя бы задержите. Выиграйте время. Здесь все ясно. Скорее, на вокзал. D6 мы не отдадим. За мной! Если вы проиграете, то будет плохо для всех? Тогда я должен спасти своих. Ты хороший, Артём. Он ушел. Он сделал, что мог, и ушел. К своим. Я не могу его за это судить. Остатки человечества добивают друг друга в последней схватке. Это не его война. Я надеюсь, он сумел простить. Началось. Наступает с трех направлений. Бойцы! Ребята! Не буду долго говорить. Все вы профессионалы, и каждый из вас стоит 5 красных. Так что просто сделайте свою работу, как вы делали ее всегда. И мы победим. Спарта! К бою! Спарта! Ноги мы отбились! С рейнджерами не балуй! Внимание! Они еще не вылезли! Сержант, доложите обстановку. Комбат! Мы вытащили раненых! Наши сопровождают их до точки эвакуации! Отлично! Перегруппироваться и приготовиться! Сейчас снова попрут! Нам не удержать, это ясно. Остается взорвать. Ясно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Это еще что? Сердцем себя ощущаю. Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артём, время пришло. А тут кто у нас? Прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Остановите его! Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый? Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться.